Всем привет! Я хочу оставить отзыв о курсе «Токсичные отношения» Нелли Давыдовой. Ну, скажу сразу, что я пошла на этот курс, чтобы в основном проработать отношения с окружающими, с моим мужчиной, так как я в отношениях, и, конечно же, с собой. Ну, сказать, что я получила от курса много, это вообще ничего не сказать, потому что мои отношения изменились сразу же. Мужчина стал более внимательный, мужчина стал более теплый, более нежный, более внимательный. Вот. Я сначала как бы не понимала, думала, что за прикол. Думаю, это сначала думала, какое-то совпадение, может быть. Вот. Но с течением курса я как бы все больше и больше начала убеждаться, что это действительно влияние моих проработок, то, что я вообще, что я делаю на курсе, знакомлюсь с собой. Обращаю внимание на себя, обращаю любовь свою к себе. Вот. Поменялись очень многие привычки. Мои, скажем так, вредные привычки, которые мне были не на пользу, они поменялись. И это я не говорю не только про физические привычки, а также мышление. Привычки мышления, они очень меняются. Мы работаем над привычками. То есть, вот так если подумать, сколько энергии вообще, сколько своего времени, энергии, ресурса мы тратим на какие-то, на критику, мы тратим на негатив, мы тратим на какие-то вот накручивания себя постоянные. Просто из-за того, что наш ум вот подкидывает определенные нам сценарии, и мы вот привыкли по ним работать. Но на этом курсе мы с этим работаем, и мы экономим себе столько ресурса на этом. И благодаря именно этому курсу, действительно, я просто, вот знаете, вот как вот обрела вот второе, у меня открылось второе дыхание, я обрела себя, и я, значит, вот это внимание, которое у меня раньше уходило на какие-то там недовольства, критика, там контроль, оно сейчас обращено на меня, и мне, с одной стороны, как-то так необычно и непривычно, с другой стороны, вообще так классно, это вообще такие классные ощущения делать для себя, каждый день делать вещи для себя. Некоторые, конечно, задания у меня вызывали, ну, сопротивление, мягко говоря. Вот. Но после того, как я все-таки их делала, у меня было такой кайф вообще испытывала, что я и сделала, потому что просто говорю себе, что я не знаю как, но мне интересно понаблюдать, как я это сделаю. Вот. И после того, как я сделала, все-таки. Вот, у меня было очень сильно вообще такое, столько эмоций, столько вообще наслаждения тем, что я это сделала собой. Вот, ну, скажем так, инсайты от этого курса я получаю до сих пор. У меня до сих пор проходят какие-то изменения в сознании. Я каждый день что-то понимаю новое, что-то сознаю. У нас чат с девочками тоже созданный, и просто в чате, когда читаешь, там такая поддержка, там такие изменения у девчонок, и вообще такие осознания про свои какие-то сценарии, про своих родителей, насколько мы вообще похожи со своими родителями. Я увидела маму в себе, свою маму, как вот ее сценарий в себе, то есть просто это вот просто копипейст, перенято просто сценарий мамы. Хотя я раньше прорабатывала родителей, но, блин, ну вот эту вот загогулинку я не замечала раньше. Вот. Так что очень много инсайтов до сих пор мне приходит. Я вот даже вот говорю, мне очень сложно столько всего осознаний, столько всяких раскрытий просто себя. И, блин, просто, скажем так, кто хочет познакомиться с собой, кто хочет наладить отношения с собой, кто хочет привлечь действительно мужчин, понять вообще, какой мужчина тебе нужен, вообще, как ты хочешь строить отношения, это просто всем срочно на курс. Потому что действительно ты открываешь себя в первую очередь на этом курсе, и ты знакомишься с собой, даешь себе любовь, внимание, которое, в принципе, ты можешь дать и каждый день, но ты почему-то не даешь. А здесь тебя не заставляя, заставляют, и тебе приходится это делать, но после этого ты уже просто не хочешь переставать это делать.
просто настолько в это вливаешься, тебе настолько нравится себе дарить внимание, что это просто ни с чем не сравнимо. Всех очень благодарю от сердца, Нелли, Вику, всю вашу команду. Вот, и всем срочно на курс. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.